Всем привет! У нас снова разговор про сетевые протоколы в Linux. Близится весна, народу на лекции все меньше. Значит, сегодня такая тема, с одной стороны, довольно простая и состоящая немножко из бла-бла, а с другой стороны, мы еще раз попробуем сделать подход к одному инструменту, который я использую часто на наших лекциях, вот, который называется SACAD. И это как раз довольно практически интересная штука, так что вот. Значит, напоминаю, что мы с вами подвинулись по протоколу TCP/IP вверх, вот, и дошли до транспортного уровня. Напоминаю, что, как обычно, у транспортного уровня есть подзадача, верхняя и нижняя. Нижняя подзадача состоит в том, что мы должны определиться, нужна ли нам цельность передаваемых данных, надежность передачи и так далее, и так далее. То есть на уровне транспорта должны ли мы что-то такое гарантировать приложениям, которые будут этим транспортным пользоваться. А над нами уже все, над транспортным уровнем с точки зрения TCP/IP остался только прикладной. Верхний топ-half задача состоит в том, что если у нас есть потоки данных, которые мы передаем, то этими потоками было бы неплохо уметь управлять. Ну, для начала отличать один от другого. Вот, потому что так может случиться, что у нас адрес отправителя, адрес получателя, все одинаковое. Между двумя машинами передаются IP-пакеты, у которых все одинаково, за исключением того, что часть из них принадлежит одному потоку, а часть другому. Вот. То есть эти потоки надо уметь различать. Это первая часть подзадачи верхней, а вторая часть верхней подзадачи, что этим потоком надо уметь управлять. Ну, например, типичная ситуация, значит, вы подключены к интернету по такому хорошему, значит, каналу, и роутер у вас тоже по хорошему каналу, а вот ваш абонент с той стороны, да, он, значит, на телефончике сидит или там на каком-то модемке страшном. Вот. И те гигабайты, которым вы его поливаете, он принять не может с такой скоростью, с которой вы туда наливаете. Вот куда все это девается, как этим всем управлять, с какой скоростью вы должны наливать эти гигабайты и так далее. Вот это все как раз управление потоком данных. Вот. Обращаю ваше внимание, что на уровне IP такая задача решиться просто не может. Да? На уровне IP мы просто обеспечиваем доставку пакета каким-то образом. А на уровне прикладном такую задачу решать, в общем-то, не хочется. Хочется бы задача того, как данные передаются, с какими свойствами, да, она решалась до того, как мы эти данные начнем интерпретировать. Какие задачи решаются на транспортных уровнях, на протоколах транспортного уровня, или могут решаться, а могут, например, наоборот, нарочно не решаться? Во-первых, задача цельности передаваемых данных, то есть проверки того, что то, что мы передали, это то же самое, что мы приняли. Вот. Причем, по-хорошему, цельность должна проверяться на уровне всего потока. То есть поток не должен нарушаться. Да? Значит, первый пакет – это первый, второй – это второй, третий – это третий и так далее. Вот. Впрочем, из этого требования есть исключения, которые даже два. Первый состоит в том, что если все наши данные влезают в один пакет, в одну датаграмму, то ни о каком порядке речи не идет, а цельность за нас проверит какая-нибудь контрольная сумма там, на уровне IP. Или даже на уровне фрейм. Второе исключение состоит в том, что если мы, например, рассылаем наши пакеты широковещательно, то есть у наш транспорт так устроен, что один из точек много-много приемников, не хватало еще нам как-то обрабатывать ситуацию, что вот один из там миллионов наших абонентов не принял один пакет из потока. Наверное, эта задача должна решаться как-то по-другому. Этот поток должен быть какой-то самовосстанавливающий, или вот этот пакет должен пропускаться безболезненно, или этого клиента надо просто пришибать со словами «тебе не повезло». Ну, в общем, другой способ решения задачи – обеспечение цельности, если вдруг она обеспечена цельностью, если вдруг она нарушена. Дальше. Сам процесс передачи данных. Мы можем захотеть, прежде чем начать передавать данные, убедиться в том, что эти данные передавать можно. И более того, если сам процесс сложный, наверное, если мы организовали процесс передачи в одну сторону, можно подумать над тем, чтобы какие-то хотя бы информационные ответы передавались в другую сторону, то есть мы устанавливаем соединение, да еще и двунаправленное. Вот.
Опять-таки, если у нас один пакет, который влез в одну датаграмму, скорее всего, ничего этого не нужно. Мы просто отсылаем один пакет, а удостовериться, что он получен, ну, можем переложить это вообще на прикладной протокол. Вот. То же самое относится к ошибкам получения, потому что какая может быть ошибка получения в одном пакете? Ну, так только одна, он не получен или получен два раза. Да? Вот. А вот в случае, если мы работаем с потоком, оказывается довольно важно вовремя эти ошибки отлавливать, потому что их надо как-то исправлять, например, ретрансмитить соответствующий кусочек потока. Вот. Важно, в некоторых случаях важно получать подтверждение о том, что данные вообще приняты. Вот. Опять-таки для поддержки потока на плаву, потому что если подтверждение не получено, то есть шанс, что данные не приняты. Или что само подтверждение пропало. Такое тоже бывает. И, наконец, третья задача состоит в том, чтобы каким-то образом уведомлять наших абонентов, если, например, соединение двустороннее, уведомлять наших абонентов о том, что, ну, например, хотя бы о пропускной способности канала, да, вот о том, сколько вообще данных наш удаленный хост может принимать. Напоминаю, что в двунаправленном соединении оно симметричное с точностью до того, кто его устанавливает. Устанавливается соединение клиент, принимает соединение сервер, а дальше они в две стороны гоняют трафик. Вот, вот эти, этот трафик, который мы гоняем в две стороны, можно попробовать как-то, ну, не упорядочить, а импрулить, чтобы он не был слишком пожирающий ресурс или что-то в этом. Вот. Что касается идентификации потоков данных, то вообще-то все понятно с этой идентификацией. У нас должен быть адрес отправителя, адрес получателя на уровне IP, а еще должен быть какой-то идентификатор потока. Вот. С точки зрения протокола TCP/IP, идентификатором потока выступают такие штуки, которые называются порты. Эти самые порты. Это такой, значит, привет из середины прошлого века, потому что на некоторых архитектурах, ну, в частности, на каком-нибудь x86, передача физических данных осуществляется с помощью таких физических устройств, которые с точки зрения процессора видятся как раз как некоторые номерные порты. Вот через определенный порт можно прислать байт или получить байт. Вот, вот ровно так оттуда этим вдохновлялись люди, которые решили, что вот, у нас при организации взаимодействия на транспортном уровне, помимо адреса отправителя, будет еще порт отправителя. Помимо адреса получателя, еще порт получателя. Вот эта вот четверка, адрес отправителя, порт отправителя, адрес получателя, порт получателя, и будет определять уникальный идентификатор потока. Вот. При этом мы должны задуматься над тем, что порт получателя, например, то бишь клиент, порт сервера, должен быть всегда одинаковый, ну, скажем, 80-й какой-нибудь, да, потому что по HTTP зашли. Вот. Тогда для того, чтобы эти значит, транспортные потоки отличались, должен быть разный порт отправителя. Вот из этой четверки будет меняться только один. Вот, собственно, и все. Обратите внимание, что когда мы в черне вот так вот буквально на пальцах пытались ставить задачи, которые должны решать транспортные протоколы, мы все время говорили, что вот у нас есть некая группа задач, но в случае, если пакет один, если все данные влезли в одну датаграмму, эту задачу решать не надо. Да? Таким образом, естественно, получается два главных протокола на транспортном уровне, их на самом деле больше. Вот. Это протокол, отвечающий за пересылку одного пакета, User Datagram протокол UDP, и протокол, отвечающий за пересылку потоков данных, то бишь TCP. Вот. Как уже было сказано, в случае UDP мы просто что-то кому-то отсылаем. Между прочим, тем не менее, остается понятие порт отправителя и порт получателя. Я попробую сегодня рассказать историю, которую мы вот буквально на днях в нашем параллельном, во втором чатике обсуждали, вот, про сети и про то, что есть некоторая договоренность относительно портов в UDP. Вот. Что же касается TCP, то там все понятно. Значит, у нас есть установление соединения, это значит, что какой-то компьютер должен принимать соединение, то есть должен заранее запустить некоторый код, который на определенном порту как раз
будет ловить TCP-подключение, а клиент, соответственно, вот на этот самый порт, на этот самый IP-шник будет устанавливать подключение. Вот. Получается, что схема асимметричная, клиент-серверная, что у нас кто-то предоставляет сервис и обеспечивает, так сказать, обработку, а кто-то этим сервисом хочет пользоваться. Вот. Еще раз, не стоит себе придумывать, что клиент — это такая маленькая машинка, а сервер большая. Клиент — это всего лишь инициатор передачи данных, а сервер — это всего лишь тот, кто эту самую передачу данных обещал обеспечивать. Ну вот такая сравнительная табличка, что есть в TCP и нет в UDP. Спойлер, все есть в TCP, ничего нет в UDP из того, что вот здесь перечислено. Теперь, значит, чуть-чуть поближе про TCP. Я надеюсь, на самом деле, что вот все здесь присутствующие, также не присутствующие, по крайней мере те, кто закончил курс сетей, с этим более-менее уже разбираются. Моя задача только напомнить какие-то простые вещи на пальцах. Вот. Еще раз. Итак, TCP – это транспортный протокол с установлением соединения, с подтверждением доставки каждого пакета. Мы должны быть уверены, что все пакеты доставлены. И это такие специальные пакеты в обратную сторону, эти подтверждения, которые, собственно, уведомляют. С уведомлениями об ошибках, то есть если произошла какая-то ошибка, неважно какая, там пакет не приехал в течение тайм-аута, или он попортился, или еще что-то, опять-таки в обратную сторону посылается уведомление. Вот. И в этом случае происходит ретрансмит, повторная передача. Вот. Для увеличение быстродействия используется алгоритм того самого плавающего окна, над которым все нервно смеялись в первый день. Вот. Я его сегодня тоже покажу. Я надеюсь, что моя демонстрация будет несколько проще, чем та угрюмая теория, которая вас мучает. Вот. Поддержка цельности потока, в смысле порядка и ненарушения содержимого. Вот. С помощью специального механизма, который называется sequential number, о нем мы сейчас поговорим. Да, и еще раз, это TCP-соединение двунаправленное, то есть фактически после установления подключения в обе стороны можно гонять данные. Понятное дело, почему? Потому что нам нужны подтверждения. Подтверждения лежат в другую сторону. Вот. Про идентификатор соединения я уже говорил, что это 4 числа. Теперь, значит, относительно обеспечения цельности потока с помощью штуки под названием sequential number. Подтверждение подтверждаемых пакетов есть какое-нибудь? Или мы верим, что окно тут и вылетят? Если наши пакеты, может быть ситуация, что они упадут, иногда окно нужно повторить тот же самый, который пролетел, и вот это вот окно, как бы он и сидят, так. При отсутствии подтверждения происходит ретрансмит. Если само подтверждение не прилетело, потому что оно пропало, то пакет считается неполученным со стороны отправителя. И отправляется еще раз. Вот. Я надеюсь, мы это тоже увидим, потому что в демке это есть. Вот. Тот факт, что ваш получатель получил два одинаковых пакета, этот процесс идемпотентен. Да? Годится любой. Видимо, первый. Вот. Значит, да, привязка портов в Linux-системах осуществляется в файле etc/services. Вот. Он за ним следили, потом на него забили. Допустим, в BSD-системах он гораздо больше. Это так называемые well-known сервисы, которые регистрируются на IANA.org. Вот. Вот все порты, которые мы помним там условно наизусть, 80-й, 25-й, 53-й, они как раз тут перечислены. Вот. Просто текстовый файл. Значит, да, так вот sequential number. Универсальной таблеткой, которая одновременно отвечает за цельность передаваемого потока в плане порядка следования пакетов, а также, значит, их общего объема, является sequential number. А также контроль целостности на случай удвоения и потери пакетов. Что такое sequential number? Ну, смотрите, для того, чтобы контролировать порядок пакетов, нужно их переименовать. Условно, нулевой, первый, второй и так далее. Если мы при этом получаем пакет номер 2, потом пакет номер 4, а пакет номер 3 не получаем, означает, что что-то пошло не так, и он пропал, да, и нам нужно, значит, требовать его ретрансмит. Вот. Если пакет пришел неправильного размера, то нам еще хорошо бы
хорошо бы отслеживать, а сколько уже данных передано. Каждый раз, когда мы посылаем следующий пакет, мы говорим, вот мы пересылаем пакет, плюс, значит, там столько-то данных передано. Осталось только совместить эти два понятия в одном. Вот. Сгенерировать какое-нибудь случайное число, начать с него. И это будет наш sequential number, номер последовательности. И при каждом переданном пакете просто увеличивать его на размер пакета. Соответственно, если мы получили пакет с номером там 100-500, а следующий пакет был с номером 100-600, а размер пакета оказался равен 50, значит, мы пропустили предыдущий пакет с номером 100-500 и размером 50. Вот. Таким образом, вот это, да, значит, это число sequential number передается в каждом пакете, оно нарастает с объемом. Поскольку у нас TCP соединение двунаправленное, таких числа в соединении два, одно придумывает отправитель, другое получатель. Вот. Ну и оно, значит, как мы уже договорились, одновременно работает и нумерацией, и проверкой на потерю удвоения, потому что объем. Вот. Получается, что потеря неограниченного количества первых пакетов никак не отследится. Да, но у нас от них и подтверждений нет. Так что у нас, если будет ретрансмит, начиная с того первого. Мы не прислали подтверждение от приема того еще первого пакета. При трансмите, получается, напишет... Он их все... У него будет номерочек свой, а он напишет «отвечаю на номерочек...» Мы сейчас все увидим. Но идея стоит в том, что до тех пор, пока не пришло подтверждение получения пакета номер N, приходится пересылать все, начиная с N-ного. Мы отправляем, у нас генерировано 100-500, мы отправляем 100-500, 100-550, 100-600. Да. Она пролетает, вот он первые три пакета потерял, поймал четвертый, думает, что это первый, отправляет там... Не, он не думает, что это первый. Первый был, извините, при установлении TCP соединения. Так что он знает, что он не первый. А, он знает, что самый первый номер это ты 100, 400... Да, именно. Самый первый был при установлении соединения. Зачем еще соединение устанавливать? Ровно за этим. Вот. Поэтому он говорит, слушайте, вот давай следующий. Тот говорит, следующий это какой там? Вот 100-500. Он говорит, так это со второго начинать. Ну и начинается второй опять. Вот, мы с вами про установление соединения еще не поговорили. Да? Вы это учили там, а здесь мы еще не говорили. Так вот, способ управления соединением указывается прямо в флагах. То есть мы в одном пакете одновременно передаем и данные, и состояние канала, и много чего еще. Вот. Опять-таки, это трехстороннее рукопожатие, я думаю, тоже все это было. Вот. Идея стоит в том, что вам нужно, прежде чем начать передавать данные, обменяться этими самыми sequential number'ами. Вот. И выглядит это примерно так. Мы засылаем подключение, говорим SYN, должны получить ACK, подтверждение того, что мы подключились. Вот. И в этом SYN, кстати, передает sequential number. Вот. А еще мы должны получить SYN2, то есть о том, что подключение в обратную сторону устанавливается. Обычно это засовывается в один пакет, он называется SYNAC в народе. Вот. Туда SYN, а в обратно SYNAC. Да? Мы должны отправить подтверждение, что мы получили, удовлетворили запрос в обратную сторону подключения, это ACK, и дальше пошел payload. И дальше идет payload, то есть ACK от подтверждения получения предыдущего пакета и payload со следующим пакетом. И так вот. Вот. В действительности вот тут их, таких пакетов три, их, кажется, боюсь соврать, можно разбить на 5. Да? Можно прислать ACK в одном пакете, SYN в другом. Вот. А может быть и нет. Может быть и нельзя, потому что эта штука должна быть атомарной, не знаю. Вот. И дальше они начинают, каждый и клиент, и сервер обмениваются вот такими пейлодами с флагом ACK. Да, подтверждаю получение предыдущего пакета, вот тебе следующий пейлод. Он, кстати, может быть пустым, если мы передаем в одну сторону, один ACK приезжает и все. Дальше кто-то, неважно кто решает закрыть соединение, это может быть и клиент, и сервер, неважно. Он говорит, все, у меня все. И передает специальный пакет с флагом FIN. Этот FIN надо подтвердить, получение пакета этого надо подтвердить ACK-ом, говорить FIN2, FIN. Я тоже закрываю свое соединение, говорит кто-то первый, кто-то второй. Я тоже закрываю свое соединение. И, вот. И дальше первый говорит, ну хорошо, я тоже подтверждаю закрытие твоего соединения, на этом они расстаются. Вот. К тому моменту, когда у нас происходит обмен данными, payload'ом,
мы уже знаем все sequential number, это вот как раз ответ на ваш вопрос. Вот. У этого алгоритма есть несколько модификаций, вот, но, в общем, давайте мы не будем на этом останавливаться, а лучше что-нибудь поделаем ручками. Тек. Чтобы что-то поделать ручками, давайте мы зайдем чуть-чуть... TCP-dump. Да, чтобы что-то поделать ручками, достаточно TCP-dump. Тогда нормально. Вот, значит, на одном мы сейчас запустим наш этот скрин. Не будем делать сплит-скрин, потому что, как показала лекция, где я им пользовался, вот конкретно в этом окружении он работает отвратительно. Вот. Ну и бог бы с ним. Просто запустим скрин, в одном окошке запустим TCP-dump, а в другом окошке запустим, собственно, установление соединений. Я забыл, куда мы ходили в прошлый раз, но да не важно. Вот, здесь, допустим, TCP-dump. А, нет, для начала, допустим, DHCP-CD, этаж 0. Настроим выход в интернет. Вот, здесь, скажем, сделаем в get, ну, что мы хотели, TCP-соединение, да? В get, ну не знаю, яру страшный. А что мы делали? Ну, неважно. VV.ru. Что, в get нету? Ну, curl. Curl есть? Curl тоже нету. Хорошо. А как? А почему в get нет? А, ну да, в get нет. А чем мы ходили? Неткатом мы ходили? Ну, давайте неткат. Неткат. vv.ru 80. О! Так. Кто из них vv.ru? Вот эта вот штука ru, да? Сейчас, давайте я по... Неткат... Давайте сначала мы dig скажем. Dig vv.ru. 177, вот давайте сюда зайдем. Я не знаю, что такое VV.ru, первый попавшийся. Неткат. 80. 80-й порт. Здесь сделаем вот так, чтобы было видно. Вот. О! Что произошло? Тут какой-то... Что-то... Какой-то DNS тут активничает. Окей, давайте тогда по-другому сделаем. Он упал. Б-б-б-б-б-б-б-б. Здесь, ай, нет, здесь запустим, скажем, порт 80. Во. Во, так будет лучше. Значит, с той стороны, ну давайте еще сделаем какую-нибудь чушь. Он нам скажет bad request. Вот, протокол явно не HTTP. И посмотрим весь трафик. Син от нас к VV.ru. Это син в одну сторону. Ответ. Синак. Ак. Подтверждение получения пакета. И син в нашу сторону. С. Ответ от нас. Ак. Подтверждение получения. Все. Все потому, что мы тупили и соединение установилось, а никакого пейлода мы не передали. Дальше. От нас в ту сторону payload. Это я вместо HTTP-запроса послал им чушь. Они мне отвечают, окей, все, принят пакет. Дальше их сервер думает. Дальше он говорит, да вы вместо HTTP-запроса прислали чушь, поэтому он присылает payload. Мы ему говорим, ак. Дальше тупим. Дальше я говорю, все, закончили, нажал Ctrl-D.
А, нет, не так. Дальше их сервер тупит, дальше их сервер говорит, слушайте, ну все, я обработал ваш запрос, вот ваш payload был, вот вам фин. Заканчиваем соединение. Я говорю, окей, заканчиваем соединение, ак от твоего фина, вот тебе тоже фин. Он говорит, вот ак от вашего фина, всем до свидания. Ну, прям классическая штука. По той схеме, которая была только что показана, за одним исключением, что во всех случаях, когда мы передаем payload, мы это делаем вручную, или это делает сервер, который долго тормозит, прежде чем этот payload изготовить, и поэтому ситуации, когда мы вот после рукопожатия сразу на третьем же шаге передаем ак и тут же payload, она нам не встретилась. Ак отдельно, payload отдельно. Ну, просто потому, что это происходило в разные моменты времени. Тут где-то есть таймстемп, видите? 6 секунд разница. 6 секунд. Вот. Поэтому вот такие дела. Как видите, каждый пакет, который мы пересылаем, нуждается в подтверждении в соответствующем АКе. Вот. Всякий раз, когда с этими АКами проблемы, если, например, он вообще не пришел, происходит повторная пересылка. Вот. Ну вот, а вот теперь, значит, то самое sliding window, которым вас мучили. Надеюсь, будет не так страшно. Во-первых, есть довольно приличные статьи. Кстати, «Лохматый мамонт» — это один из членов сообщества, вот, которое сделало книжку CPIP для самых маленьких, вот, сети для самых маленьких. Вот. В общем, приличная статья на Хабре. Но давайте мы зайдем куда-нибудь, где просто есть картинка, хоть на Википедию. Тут тоже нет картинки. Как люди вообще делают демонстрационные материалы по окну, не делая картинок? Я не понимаю. Нет, я не понимаю этого. Я, кстати, тоже не сделал, но у меня есть отмазка. Я сейчас покажу несколько демо с картинками. Давайте. Синим на картинке отмечено окно с пакетами. Значит, в чем проблема? Да, вот Википедия хорошо рассказывает, в чем... О, может быть, надо было сразу на Хабр сходить. Во! Вот смотрите, это хорошая картинка, спасибо лохматому мамонту. Вот у нас пакеты, которые мы передаем, вот пакет, который мы получаем. Вот мы переслали пакет, получили его, отослали подтверждение, только после этого переслали второй пакет, получили его, отослали подтверждение, ну и так далее. Это классическая картинка без окна. Вот картинка с окном. Мы переслали первый пакет, тут же переслали второй пакет, тут же переслали третий пакет, не глядя, не дожидаясь подтверждения о получении. Потом получили после третьего пакета первый, ну, после какого-то. Вот. Предположим, у нас окно длиной k. Значит, мы пересылаем одновременно целых k пакетов. N. Почему здесь написано N, а здесь K? Расскажите мне, пожалуйста. Ну, в общем, окно длиной K. Значит, это значит, что мы пересылаем без ожидания подтверждения сразу K пакетов. Пока мы их пересылали, возможно, приехало несколько подтверждений. Здесь на картинке одно. Потом пришло второе и так далее. Как только приходит подтверждение первому пакету, окно это сдвигается, оно начинает вот отсюда, вот до сюда быть. Пришло подтверждение второму, вот в этот момент окно сдвигается, начинает быть отсюда, вот до сюда. Если подтверждение какому-то из пакетов не пришло, там, вот, например, второму, окно не сдвинется дальше. Мы уже переслали все N пакетов, сидим, ждем, пока приедет АК-2. Вот. Кстати, так, вот на картинке ровно так и произошло. АК-1 пришел во время, а АК-2, видите, он как раз угодил на границу окна. А АК-3 вообще пришел позже. И это значит, что к этому моменту окно не сдвинется больше, чем на 3 пакета сначала, и, соответственно, вот здесь тоже. Потому что АК-3 пришел только сейчас.
Вот. Ну или вот так, да. Кадры ушли, акт не получены, кадры сейчас будут переданы, кадры не будут переданы, пока не сдвинется окно. Такая вот картина. Вот. Если описывать поведение того, как это устроено в TCP на пальцах, выглядит так. У нас есть, вот как в статье Мамонта, группа пакетов, которые уже получены, но не, уже ушли, но аки них не получены, и группа, которую мы сейчас будем еще пересылать внутри окна. Есть некоторое начало потока, которое мы уже получили целиком. Есть окно из N пакетов. Самый первый пакет в этом окне не получен, потому что окно начинается на неполученном. Если мы его получили, то все. Окно начинается на неполученном пакете. Дальше какие-то пакеты могут быть получены, какие-то нет. Например, если они пропали, то есть N плюс первый, там какой-то пакет не получен, но зато получен N плюс второй. Окей, так тоже бывает. Назовем такие пакеты внеочередными, которые получены вне очереди, непоследовательно. Дальше окно заканчивается, и дальше есть какой-то еще в потоке данных будущий пакет, который мы когда-нибудь получим, мы ничего не знаем. Вот. То же самое на стороне отправителя. Это было про получателя. То же самое на стороне отправителя, чуть сложнее. Итак, у нас есть часть потока, которая передана. Дальше есть окно из N-пакетов, в котором первый пакет уже отправлен. В этом окне первый пакет уже отправлен, но еще не подтвержден. Потому что как только мы получим подтверждение, мы сдвинем окно. Дальше у нас строго есть пакеты, отправленные и не подтвержденные, и еще не отправленные, которые мы сейчас вот будем досылать. Все. Вот. Подтвержденных среди них нет. Сейчас скажу почему. Этот важный момент. Если мы получили подтверждение относительно какого-то пакета M, то даже если мы не получили подтверждение относительно пакета M-1 и так далее, по этому алгоритму это означает, что все пакеты на самом деле приемником приняты, включая M. Сейчас мы увидим, как это устроено. Вот. Конвергентно пролетело 8 пакетов, мы сразу бросаем АК делить. На самом деле мы бросаем все нужные АКи. АК-1, АК-2 и так далее, все. Вот. Просто если они, некоторые из них пропадут, то и фиг бы с ним. Главное, чтобы пришел последний. Вот. Вот тут есть два примера. Вот этот, честное слово, этот пример буквально на днях работал. Но это какой-то Никхильцаху. Вот этого Никхильцаху, видимо, лишили интернета, и больше он не работает. ML. Малайзия. Малайзия. Чувак из Малайзии. Чувак из Малайзии лишился сайта. Вот. Вот эта штука работает, но она страшноватая. Давайте я лучше покажу древнюю, как... Ничего плохого не хочу сказать про лохматых мамонтов. Демку, написанную на флеше. На флеше. Наверное, здесь присутствующие не все даже знают, что это такое. Вот. Вот ровно на нем. Вот. Именно на нем. Значит, сначала давайте не будем говорить про изменение размера окна. Это немножко другая тема, а просто про фиксированное окно. Что делает отправитель? Он передает все непереданные пакеты. Он ждет получения подтверждений. Вот, как мы уже договорились, подтверждение n-ного пакета означает, что все предыдущие тоже получены, вне зависимости от того, есть подтверждение или нет. Вот, как только получается, отправитель получает подтверждение n-ного пакета, он сдвигает окно на него, потому что он уже передан n плюс первый. Вот. Если пакет не подтвержден, и мы ждем этого подтверждения, существует тайм-аут. Если в течение этого тайм-аута мы не приняли решение, что пакет получен, ну, что он подтвержден, мы шлем специальное сообщение, не сами шлем, мы ретрансмитим этот пакет повторно. Да? Если мы не получили подтверждение, а хотели его получить, ретрансмит. Или, если мы получаем специальную диагностику, перешли мне, пожалуйста, пакет номер N, мы его тоже ретранслируем повторно. Так себя ведет отправитель. Получатель ведет себя немножко сложнее. Он ждет получения пакета в окне. Если он получает пакет, но перед ним в окне есть непринятый. Это значит, что с этим непринятым что-то произошло, а он получил внеочередной пакет, то есть ну, N плюс второй какой-то. Тогда, в случае получения внеочередного пакета,
он посылает подтверждение о получении последнего из очередных пакетов, в данном случае N-1. Он получил пакет номер N+2, но подтверждение еще раз получается о получении N+1. Зачем это сделано? Чтобы подтверждений было столько же, сколько пакетов. Чтобы количество пакетов, переданных туда и обратно, было равно. На каждый пакет посылается подтверждение. Но поскольку мы ждем подтверждения пакета номер N, оно все не приходит, мы вместо подтверждения получения пакета N+1 или N+2 посылаем под подтверждение нашего N-1 пакета, такой, того, который был получен последним. Так оно устроено. Вот. Номер подтверждений не увеличивается. Если же получен первый пакет в окне, он же первый непринятый, то есть вот прям первый, это значит, что это пакет очередной, тот, которого мы ждали. Дальше начинается. Мы высчитываем новые границы окна, да? Мы отсылаем подтверждение относительно последнего очередного пакета. При этом, если выяснилось так, что мы получили уже к этому моменту три пакета, N+1, N+2, просто последним был N, то окно сдвигается на 3, потому что они все три теперь получены. И подтверждение посылается от N+2. Соответственно, вот ради этого. Окно сдвинулось, мы говорим, мы сразу три пакета получили, просто сначала третий, потом второй, потом первый. А АКЛИН тогда получается АКН, АКН. Да. N+1. Да, именно так. Вот. Если повторное получение пакета, они просто игнорируют. Если пакет какой-то совсем-совсем порченный, мы говорим, перешли еще раз. Вот. Как видите, здесь количество подтверждений достаточно большое, но, еще раз повторяю, их столько же, сколько пакетов. Вот мы получили N-пакетов, послали N-подтверждений. Это довольно важно в смысле логики всяких сетевых устройств, которые это дело обрабатывают. Вот. И да, значит, вот эта вот штука с сдвигом окна сразу на несколько пакетов получения и отсылкой подтверждения на N+2 пакет, она позволяет, даже если там какие-то подтверждения были потеряны, сохранить абсолютно без какой-то деструктивных эффектов, сохранить весь поток. Ну вот, вот значит, сейчас мы будем запускать флеш-плеер. Вот он. Видите, тут фиксированное окно размером в 4 пакета, оно меняться не будет. Вот так это работает. Можно. Вот так это работает. Видите, как только получен соответствующий пакет, бумс-бумс-бумс, окно, и окно пересылки, и окно приема, дынс-дынс-дынс, сдвигается при получении. И это у нас идеальная среда передачи данных, в которой все-все-все супер четко. Теперь давайте сделаем 15% пакет лосс, а время видите, пропал пакет D. Мы получили 3 пакета, отослали 3 подтверждения. Видите, да? D все еще не получен. Поэтому он Аки от C шлет. Тут мы яростно ретрансмитим все. Душ. Все. Пришло подтверждение от пакета G, последнего полученного. Они там по тайм-ауту ретрансмитят. Давайте ретрансмит-таймер увеличим. Стоп. А что там? А, вот. Побольше. Чтобы он не сразу принимал решение о том, когда ретрансмитить пакет. Ну, потеряйся уже кто-нибудь. О, потерялся пакет H. Потерялось подтверждение, обратите внимание. Окно сдвинулось только на 2. Прошел тайм-аут, мы ретрансмитим пакет. Сейчас G пройдет, а H нет. H все еще не это самое. Опс.
У нас все еще нет подтверждения от H, поэтому по тайм-ауту мы его еще раз послали. Он на этот раз дойдет. И, обратите внимание, мы слали подтверждение от пакета G, а теперь шлем подтверждение от пакета K. Тут тем временем прошел тайм-аут, он ретрансмитит, но никого это не волнует, потому что окна уже сместились. Вот сейчас придет подтверждение от N. Здесь через некоторое время по тайм-ауту пойдет O. Но тут уже пришло подтверждение от P, поэтому нам это все не нужно. Бэмс, он тоже сдвинулся. Вот примерно так работает в целом эта логика, которая в себе заключает сразу два алгоритма, про которых нам рассказывают на лекциях. Это алгоритм GoBackN и алгоритм Selective Repeat. GoBackN – это простой тупой алгоритм, который говорит, что если у нас не пришло подтверждение от пакета номер N, пожалуйста, перейдите, ретрансмитьте все, начиная с пакета номер N. Пакет Selective Repeat – это более хитрый алгоритм, который протокол Selective Repeat – это более хитрый алгоритм, который говорит ретрансмитить только то, что, подо что подтверждение не получено. То, что мы с вами видели, это не то и не другое, это более сложный и вместе с тем достаточно тупой алгоритм, который одновременно делает две вещи. Да? Он с одной стороны, ну вот он, собственно, описан здесь, вот здесь. Он с одной стороны позволяет ретрансмитить только те пакеты, которые не получены, правда, не все, как мы видели, иногда он всю группу ретрансмитит. С другой стороны, он позволяет сразу перенести окно на полученную область, чтобы лишний раз не пересылать что-то, если вдруг мы в плане потока получили там все N плюс 2 пакета. Вот. То есть это не GoBackN и не, как я понимаю, и не Selective Repeat, но это чуть более сложно, но тем не менее, видите, из четырех пунктов описана схема. Вот если есть вопросы по этой демке, давайте попробуем их друг другу задать. Можно ее еще раз запустить. Ну вот. А там сверх этого, понимаете, вы дальше можете извращаться. Вы, например, были такие исследования, можете не присылать подтверждение от предыдущих пакетов, если вы шлете N плюс 1. Но тогда нарушится четность, и главное, что у этого самого, у передающей стороны могут быть проблемы с тайм-аутами. Вот. А АКИ – это довольно небольшой объем данных, экономить на них не стоит. Вот. Второй алгоритм – это масштабируемое окно. Понятное дело, что чем больше окно в идеальной среде, тем быстрее передаются данные. Мы вот зафигачили миллион пакетов, а они миллион и принялись. Быстро же. Миллион АКов потом приняли. Ну, миллион не бывает. Но наше устройство, которое получатель, например, не может миллион принять. Вот мы зафигачиваем с большой скоростью эти самые пакеты. Оно их принимает, потом бац и тупит. И что нам происходит? Тайм-аут по приему, например, происходит. Потому что там они просто потерялись в интернете, эти пакеты. Оно их не смогло получить в рамках соединения. Плохо. Оно будет всегда их терять, причем терять их, чем больше мы их наливаем, тем больше будет терять. Да? Оно их теряет, потом оно говорит ретрансмит, у нас еще раз ретрансмит. Короче говоря, если не управлять каналом, вот тем самым каналом, о котором мы говорили в начале лекции, то мы только загаживать будем интернет пакетами, которые никто не сможет менять. Вот. Ну а, соответственно, если сделать очень маленькое окно, скажем, размером в один пакет, то понятное дело, что от каждого требуется АК, и пропускная способность сильно падает, как вот на этой схеме. Так делать нельзя. Что делать? В TCP есть довольно простой способ, он называется низкий старт. Мы начинаем с окна размером в один пакет. На самом деле нет, и об этом тоже можно как-то договориться с самого начала. Но будем считать, что размером в один. Когда мы сдвигаем окно, если никаких ошибок не было, мы увеличим в два раза окно. И поэтому в следующий раз мы будем выдавать уже 2 пакета, в следующий раз 4 пакета, в следующий раз 8 и так далее, пока не дойдем до максимального размера или пока в процессе передачи не начнутся потери. Потому что кто-то что-то не принял, потому что столько пакетов без АКов, там в конце концов случился АК. Короче говоря, будем увеличивать окно до тех пор, пока мы не наткнемся на такой размер окна, который приводит к потерям. Дальше мы его схлопываем опять до единицы,
И снова начинаем разворачивать. И это дешево, потому что рост размера окна экспоненциальный, а максимальный размер окна очень небольшой. И вот, я не помню сколько, но он реально небольшой. Поэтому схлопнуть до единицы и начать заново – это хорошая идея, но при этом мы гарантированно, если, например, у нас принимающая сторона просто не может принять одновременно там 64 пакета, мы очень быстро дойдем до такого размера, где она все еще может. Она будет говорить, знаете, а вот у меня все, у меня окно, я анонсирую свое окно, а там 64 пакетов нету, пожалуйста, вот не больше 32. Вот. И да, значит, поверх того, о чем мы с вами говорили, есть понятие анонсирования размера окна. Вот. Мы говорим, я могу принять не больше там 32 пакетов, пожалуйста. И более того, какой-то внешний софт, не имеющий прямого отношения к TCP, то есть прикладной, системный какой-то, может управлять размером этого анонса. Например, ваше устройство, с которым мы сейчас говорим, это вообще не там веб-сервер, а какой-нибудь маршрутизатор, который пересылает, или там ретранслятор, прокси, неважно. Да? Он пересылает через себя этот трафик. Тогда он может вообще управлять анонсом максимального размера окна в TCP, вот, и делать его меньше, если он хочет, чтобы, значит, этот трафик немножко снизился, и делать его больше, если он хочет, вот, если он хочет, чтобы трафик немножко был помощнее. При этом он даже может анонсировать нулевой размер окна. Передача со стороны отсылающего, отправителя при этом просто пропадет. Нулевой размер окна, значит, ни один пакет не влезает. Вот. Но в случае, если следующим пакетом со стороны получателя будет анонс окна другого размера, передача возобновится. Вот. Вот такая штука. Опять же, есть демка. Да, со стороны Linux у нас есть управление этим безобразием. Вот, сейчас мы посмотрим. Да, на самом деле, можно и на локальной машине было. Но... Он делает так, увеличивает. И есть какие-то, тут ссылочка, еще какие-то параметры. А, ну тут какой-то разговор про то, как это вообще должно работать. В Linux, еще чего-то. Я хотел показать демку. Сейчас покажу демку. Вот. Ну, эта демка, она примитивная на самом деле. Вот. Вполне себе. Вот отошел один пакет. Вернулся ак. Ак хороший. Отошло два пакета. Вернулся ак. Обратите, что advertised window у нас размером 10, не кратно никаким двум. Вот. Вот сейчас, получив 4 ака без ошибок, окно увеличится в 2 раза до 8. А вот сейчас, зная, что заявленное окно получателя всего 10, оно увеличится до 10, больше нельзя, потому что получатель заявил окно размером 10. Вот. Вот. При этом обратите внимание, что скорость передвижения этого окна увеличилась, потому что он вот по этой причине. Потому что он дожидается ака первого, сдвигает окно. Когда он сдвигает окно, можно передавать следующее и так далее. Чем больше окно, тем выше пропускная способность. Вот, вот и вся демка. Тоже на флеше написано, кстати. Такие дела. Реальное поведение Sliding Window устроено и так, и сяк. То есть мало того, что там вот вся вот эта логика поддерживается, там еще и используется вот этот низкий старт и увеличение скейлинга окна в случае, если ошибок не было. Если ошибки были, повторяю, все схлапывается к единичке. Тем самым, например, у вас довольно грязная среда передачи данных и много отправленных пакетов без подтверждений, просто потом приходится целый тайм-аут ждать, чтобы эти подтверждения выяснить, что они не получены, пакеты не получены и так далее. Да? На такой грязной среде окошко должно быть поменьше, вот, чтобы не было тайм-аутов и ретрансмитов. Вот. Ну вот поэтому. Вот. Значит, есть еще один термин, silly little window,
которая проявляется, это явление проявляется в том, что у нас в результате получается, если у нас скорость приема данных слишком низкая, у нас в результате получается, что потенциальный минимум этой функции – это окно размером в один пакет. Вот. А окно размером в один пакет – это страшно медленно, и это самое приводит к увеличению трафика, потому что у нас, значит, отослали, прислали, а нет, не увеличению. Но в любом случае это медленно. Вот. Такие дела. Вот. Значит, теперь давайте поговорим, нам осталось не очень много времени, поговорим про другие вещи. Во-первых, поговорим про то, что есть UDP. И в UDP это датаграмма, то есть у нее есть порт отправителя, порт получателя, все нормально. Вот. Но у термина порт получателя в случае датаграммы довольно забавная функция. У нас же нету двустороннего соединения. Мы не можем прислать в рамках какого-то UDP процесса, мы не можем воспользоваться понятием порт получателя. Однако в подавляющем большинстве протоколов, основанных на UDP, на прикладном уровне считается, что если вам пришел с порта отправителя на порт получателя пакет, и на прикладном уровне надо отвечать, так работает DNS, например, то от порта отправителя на порт получателя отсылается UDP-пакет именно на тот порт, с которого пришло соединение. Вот. Именно с этим был связан долгий наш разговор в параллельном чатике, где мы обсуждали, как устраивать проброс через NAT. Вот. Но об этом мы поговорим на другой лекции. Итак, сам UDP не предусматривает, что вот этот порт получателя нужен только для идентификации, порт отправителя. Вот. Но на прикладном уровне может быть принято решение, что если мы получили UDP с порта отправителя на порт получателя, то отвечать будем так же. Теперь, значит, относительно неткатов и сакатов разговор. Неткатам, кажется, здесь присутствующие пользоваться могут. Это довольно простой инструмент, который имеет две функции. Он может работать как клиентский, как серверный. Давайте посмотрим, как это делается. Вот чтобы уж наверняка. Значит, заведем еще одну виртуалочку. Вот. Запустим ее. Тем временем настроим на SRV-сеть с помощью адского скрипта. Напоминаю, что этот адский скрипт работает только в случае, если вы при старте машины указали всякие волшебные вещи, как это делает мой VBSNAP. Вот. Но он нужен исключительно, чтобы сэкономить нам с вами время на лекциях. Вот. Он настраивает соответствующие интерфейсы по первой букве названия сети, а еще включает маршрутизацию. Вот. Значит, ну вот давайте. Итак, у нас есть машинка-роутер, у которой присоединена к в интерфейсе ETH 0, она присоединена к сети Интнет, и машинка SRV тоже присоединена к сети Интнет. Сейчас мы запустим примитивный сервер, который ничего не будет делать, а просто будет слушать на каком-нибудь порту. Medcat-L, раз, два, три, четыре порт. Вот. Это, значит, давайте, кстати, посмотрим sockstat-ltp. Вот видите, нам sockstat говорит, что есть на раз, два, три, четвертом порту программа Netcat слушает вот sockstat. Удобная, кстати, утилита. Ну вот. А теперь давайте подключимся. Итак, мы запустили сервер, который биндится к 1, 2, 3, 4 порту и принимает на нем подключение. А теперь давайте подключимся. Netcat 10.9.01, 1, 2, 3, 4. Вот подключение установлено. Сейчас мы что-нибудь напишем. Вот оно туда пишется. Сейчас мы ответим что-нибудь. Вот, пожалуйста, мы обмениваемся по TCP, обмениваемся данными с сервером. Вот.
Вот утилита NETCAT фактически на этом ее такие основные способности, в общем-то, и заканчиваются. Она может служить сервером, который слушает на нужном порту, а может служить клиентом, который пишет на этот порт. Вот. Мы с вами уже пробовали пользоваться NETCAT вместо этим самым, вместо HTTP-клиента. Заходили на 80-й порт, и там, значит, что-то делали. Вот. В принципе, не здесь. Вот здесь. Нет, вот здесь. NETCAT может работать и, так сказать, UDP-сервером. Да? Он может получать по UDP датаграммы. Вопрос только в том, что делать дальше. Вот мы запустили, допустим, на все том же раз, два, три, четвертом порту, все в том же, сказали, NETCAT минус UL. Да? SS минус UTP. Вот на минус... минус LUP, вот. Вот, видите, на раз, два, три, четвертом порту запущен NETCAT, это UDP соединение датаграммное, вот. Вопрос в следующем. Вот после того, как мы передадим этому NETCAT одну датаграмму, сервер должен прекратить свою работу? Ну, как бы мы получили, мы, обмен произошел, давайте попробуем. Минус U. Произошел, но, как видите, можно присылать туда еще. То есть, в действительности у нас NETCAT работает, как будто бы он принимал какие-то там подключения. Хотя, конечно, это просто одна датаграмма пришла и получилась обратно. И как бы пришла, и значит, потом снова, он снова принимает одну датаграмму на этом порту, снова нам ее показывает и так далее. Подключения нет. Что еще интереснее, а что будет, если я с этой стороны, где я запустил NETCAT, который слушает на UDP-порту, напишу какой-нибудь ответ? Смотрите, этот ответ пришел программе NETCAT по UDP, то есть логика работы именно NETCAT как программы такая, что... когда мы отсылаем пакет... А давайте мы сейчас между ними сделаем TCP-дамп. Давайте между ними сделаем TCP-дамп, чтобы было хорошо видно. Значит... да, значит, здесь сделаем... Нет. NETCAT... NETCAT минус U минус L. Раз, два, три, четыре. А здесь сделаем TCP-дамп. Я сказал минус и, а ты что сказала? Проснись и пой. Вот. Вот мы запустили, как бы подключились к серверу. Естественно... Нет, не здесь. Вот здесь. Вот. Сейчас, секунду. Вот, смотрите. Вот мы как бы подключились к нашему серверу. Естественно, никакого подключения не произошло. В TCP-дампе нету ничего. Потому что это UDP. В TCP-дампе что-то появится только когда мы пошлем пакет. Вот мы послали пакет, вот TCP-дамп говорит. Этаж 0, блин, зараза. Дубль 3. Да. Вот мы послали пакет. Вот этот самый TCP-дамп сказал, что... к нам приехал UDP. Ай, unreachable. А что не так? Ой, извините, у меня тут произошла маленькая накладка. Да, я там где-то ошибся, сейчас, секунду. Угу, я порт неправильно указал. Давайте, значит, еще раз. Раз, два, три, четыре. Тут все нормально. Да? Да нет, вроде все нормально.
Что-то я не понял. Он ему говорит unreach. А почему unreach-то? Что я сделал не так? Я не понял. О! Тут вроде все нормально. Что там? TCBDump его интрузивно, что ли? Быть того не может. Не, вот, все теперь хорошо. Теперь хорошо. Вот, смотрите. Итак, вот у нас роутер, я с него посылаю какой-то пакет, да? Вот у нас наш сервер, он этот пакет принял. Обратите внимание на то, с какого порта пришло соединение. 5.3.7.2.0. Если я сейчас возьму и со стороны нетката, который листнет на UDP-порту, пошлю сообщение в обратную сторону, то оно пойдет на порт вот этот 5.3.7.2.0. Да? Напоминаю, что никакой такой договоренности нету на уровне UDP. Вот. Но зато есть... Зато есть договоренность на уровне разных прикладных протоколов. В частности, NETCAT работает именно так. Если вы говорите, что вы приняли пакет на UDP с такого-то порта, то на этот же порт идет ответ. Вот. Ладно, двинемся дальше. С точки зрения операционной системы, сетевое соединение представлено такой абстракцией, которая называется сокет. Сокет – это некая дырка, в которую вы можете писать, что хотите. Дальше это, что хотите, будет путешествовать по иным измерениям. А у этой дырки есть другой конец. Из него это, что хотите, будет вываливаться. И наоборот. Вот сокет так устроен, что вы туда закидываете сообщение, дальше оно где-то. Вот. Ну, вот такой типичный пример сокета в классике мультипликации. Вот. Вот. I've got a hole in my pocket, говорит Ринго. Ну вот, примерно так. Да вот ровно такая дырка и есть сокет. Вот, у нее есть другая сторона, значит, в случае сетевого сокета одна сторона на одной машине, другая на другой, мы туда закидываем данные. Дальше транспортный уровень обеспечивает вот эту вот информальное, как это, не формально забыл слово, астральное путешествие. Вот. А дальше, значит, с той стороны из этой дырки все торчит то, что нужно. Вот, довольно очевидная штука. Вот. Последний на сегодня такой занудный момент, это утилита SOCAT. Утилита SOCAT это абсолютно безбашенная штука, которая умеет организовывать какие угодно сетевые соединения. Кажется, на чуть ли не на второй лекции мы фреймы с его помощью запускали. Прям фреймы набивали их оксетами, значит, и запускали. Вот. Сама SOCAT это довольно-таки сложная в смысле синтаксиса утилита, которая на верхнем уровне будет страшно просто. Вы говорите, SOCAT, адрес, адрес. Но вот под понятием адрес кроются разные хитрые варианты использования. Это может быть обычный TCP. Вот, и тогда она выглядит прям как NETCAT. Вот. Сейчас. TCP Connect, TCP Listen должен называться, да? Вот. TCP Listen, двоеточие, порт. То есть мы здесь делаем SOCAT. Дальше, значит, там всегда два конца. Откуда куда? Минус означает, что это просто stud in, stud out. Только с другой стороны TCP Listen. Порт 1, 2, 3, 4. Минус.
Чё? Что я сделал не так? А, минус listen. Вот. И это аналог того netcat-а минус L. Давайте это проверим. Но я абсолютно уверен, что только... Вот, только TCP. Вот он работает. Вот он работает. Вот в обратную сторону тоже работает. Да? Вот. И вот в таком-то синтаксисе весь SOCAT и устроен. Мы, значит, указываем вот таким вот набором, какой вид сетевого соединения нужно сделать, а потом между ними, да. Между прочим, SOCAT может, смотрите, перекладывать из порта в порт. Что сейчас произошло? Он зарегистрировался как сервер на двух местах, и мы можем с двух сторон зайти в него, и, значит, вот сейчас. Где там netcat? 10.9.0.1, 1, 2, 3, 4. А здесь же, с той же машины, с роутера, netcat 10.9.0.1, 1, 2, 3, 5. Что сейчас будет происходить? Данные будут передаваться на SRV, дальше SOCAT их будет перекладывать из одного сокета в другой, передавать обратно сюда. Вот, видите. Ой. Ну-ка. Да. Давайте мы ради прикола здесь еще скажем ему минус V, кажется. Ай. Реюзадер. Значит, тема, грабли, на которые мы периодически наступаем, связанная с тем, что если остановить работу утилиты, которая открывает сокет, этот сокет будет в течение целого тайм-аута нельзя открыть повторно. Вот видите, адрес already in use. Программу-то мы убили, а сокет в системе все еще валяется. Чтобы с этим бороться, надо писать reuseAddr. Здесь и здесь. Это просто опция, которая вызывает соответствующий setSockOpt при открывании сокета, и означает оно буквально то, что мы знаем, что если сокет на таком адресе есть, но он никем не используется, еще раз его переоткрыть. Вот. Давайте еще раз попробуем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, пять. Что-то пишем сюда. О! Он нам сдампил это сообщение. Кстати, давайте мы ему еще скажем минус D, тогда он нам будет, знаете, еще говорить, с какого хоста произошло соединение, куда оно пошло. Вот, смотрите. Подключились. Он нам должен сказать, произошло подключение. Не сказал. Accepting connection. Сказал. Подключились. Должен сказать, произошло подключение. Accepting connection. Сейчас мы передадим данные. Вот он говорит, transferring data. Ну вот. И вот он, значит, с одного окна в другой нам передает. Вот. На тот хост, там зациклен, передает. Вот. Значит, как видите, вот таких вот ключевых слов, которые открывают понятие адрес, в сокате, это я пиджапом делаю, адрес types, мега много. То есть, в принципе, универсальный инструмент для какого угодно соединения, вот, чем мы, собственно, в домашке и воспользуемся. Да. Как используется SOCAT в наших скриптах, вот в моих, которые использую на лекции? Да? Я вот это вот сейчас происходит под управлением именно SOCAT. Вот. Давайте на него посмотрим, потому что это практическое применение этого самого SOCAT. Вот. А заодно во. Ну, что написано справа, примерно понятно. Это будет соединение, подключение к по адресу, к localhost по определенному порту, который сюда приедет в качестве параметра.
по протоколу TCP-4, так на всякий случай, чтобы он не пробовал по IPv6 подключаться. А вот что написано слева, это интересно. Минус, мы уже с вами знаем, что это такое. Для соката это означает, что со стыдин на стыдаут. А дальше параметры этого стыдин и стыдаута. CFMakeRow означает, что у нас терминал будет переведен в режим RAW, и это значит, что всякие Ctrl-C, Ctrl-U и вообще управляющие последовательности, которые у нас раньше работали управлением терминала, будут просто передаваться туда, на удаленную машину, as is. Ctrl-C — это, в общем-то, симул с кодом 3. И пускай тамошний терминал, а не наш, вот этот экстерм, обслуживает Ctrl-C. Вот. Эхо равно нулю будет означать, что когда мы набираем текст на клавиатуре, он не будет немедленно появляться на экране. Он будет появляться на экране только в том случае, если удаленная машина, к которой мы засукатились в данном случае, ну, короче, если эти буковочки нам отвечают. Ну, иначе если удаленная та машина, к которой присоединен этот конец, в данном случае наша, эти буковочки ответ нарисуют, иначе они будут удваиваться. Escape равно 15 означает, что при нажатии специального сочетания клавиши Ctrl-O, это будет единственная управляющая клавиша Ctrl-O, соединение прервется. То есть Ctrl-C, там Ctrl-D, вот это все будет обрабатываться как обычные символы, соответственно, с кодом 3-4, да? А вот именно Ctrl-O прервет соединение. Вот так работает, вот так используется SOCAT в том скрипте VB Connect, который я тут довольно часто вам демонстрирую. Да? Вот я вангую, что если я сейчас нажму Ctrl-O, то соединение прервется. Оп, вот мы вывалились. Да, SHI-X, VB Connect, CRV. Вот SOCAT, полная спецификация вызова SOCAT при подключении вот к нашей виртуалочке. Вот. Почему не неткат? Потому что у нетката будут проблемы с удвоением с этой штукой. Например, вы нажмете Ctrl-C. Неткат становится, разумеется. Вот. Сокат умеет такие штуки обходить. Вот. Еще он умеет 100-500 всего. Да, вот тут к нам подсоединился человек, которого я раньше не встречал. Егор видимо, Флатов или Фиатов, не знаю, там немножко в элит-синтаксисе все написано. Вот, он, очевидно, разбирается в сетях, и он говорит, что неткат можно завернуть в специальный враппер, который называется RelWrap, чтобы у него были еще истории, чтобы можно было стрелку вверх нажать, и у вас было предыдущее значение. Вот. Это все, конечно, хорошо, это знание не помешает относительно RelWrap, но к нашим теме оно не относится особенно. Вот. Короче говоря, мораль. Сокат – удобный инструмент. По нему дофига примеров. Главное – не бояться и читать все, что написано в этих примерах. То есть разбираться до конца, что это за опции такие. Я ни разу не встретился с такой ситуацией, что я вижу какую-то командочку сокат и не могу понять, даже прочтя документацию, что там написано. Это просто он выглядит немножко страшноватенько. Да? Как это? Я не матерюсь, у меня такой голос. У нас осталась одна минута, ну, с учетом, что мы тупили в начале, чуть больше, про то, чтобы поговорить, а какие еще есть транспортные протоколы, потому что на самом деле их не два. Значит, в чем главный недостаток UDP, который побороть просто нельзя? В случае TCP вы можете как-то управлять потоком, то есть объемом данных, которые пересылаете. В случае UDP вы можете просто заспамить вашего абонента, и он сдохнет. Вот. Поэтому именно в случае, когда вам нужно пересылать датаграммы, но отслеживать, насколько объем этих датаграмм приемлемый, придумали протокол DCCP, Data Congestion Control Protocol. Вот. А плюс потеря, да? Нет, потеря не здесь. Потери пакетов нету в DCCP. Вот. А еще, например, помимо того, что есть специальный идентификатор потока, то есть, опять-таки, на уровне DCCP мы разделяем потоки данных, то, чего не было на уровне UDP, в которых есть несколько датаграмм. Это потоки датаграмм. Да? У них есть общий идентификатор потока. Вот.
Еще есть такая штука, что они, что DCP умеет ходить к специальному служебному протоколу ECN. Помните, мы говорили, что в принципе можем просто дропать пакеты, и тогда у нас будет схлопываться TCP, и трафик будет сокращаться. Но выбрасывать из перегруженного трафика пакеты с целью, чтобы их потом пересылали еще больше, это как съесть что-нибудь, чтобы похудеть. Поэтому придумали специальный протокол Explicit Congestion Notification, который, если вдруг ваша машина его поддерживает, то при получении ECN уведомления, что вот сейчас этот поток удавится, сделайте что-нибудь, пересылающий должен уметь его сбавлять свой аппетит. Ну так вот, DCP умеет в это, именно в это тоже умеет. Вот. А еще есть некоторая штука для очень старых устройств, как пропихивать DCP сквозь UDP и вот это вот все. Он довольно хитрый в том смысле, что DCP-шный пакет в этом случае старые маршрутизаторы просто тупо думают, что это UDP такой. Следующий вид протокола называется SCTP. Вот. И это ситуация, когда у нас внутри одного сеанса передачи данных есть несколько потоков. Например, вы заходите, ну не знаю, там на веб-сервер, скачиваете 3 картинки и еще контент. Вот. Идея состоит в том, что если каждое TCP-соединение считать одним потоком, непонятно, как эти потоки группировать. Вот. Причем некоторые из этих сообщений могут быть потоками, а некоторые могут быть просто одноактовыми сообщениями, как датаграммы, но внутри сеанса. Да? И такие сякие. Как бы универсальное описание сеанса. Ну, например, вы передаете данные, а еще вы передаете командочки. Командочки – это датаграммы, а данные – это большой поток, может быть, как раз поток. Этих потоков может быть параллельно несколько в SCTP, а еще у них может быть мультихоминг. У вас может быть многостороннее соединение. Вы сначала договариваетесь, сколько у вас абонентов, и, например, передаете один пакет сразу на несколько. Вот. И вместо трехуровневого хендшейка, естественно, в случае, если у вас несколько потоков и несколько абонентов, не два, этот самый хендшейк четырехуровневый, там можно, значит, они все должны договориться, что они готовы уже осуществить сеанс, и это означает, что на один шаг больше надо сделать. Вот. Про ECN я говорил, есть еще протокол RSVP, который пришел к нам из IPv6, который нужен для того, чтобы передавать мультимедийные данные. Мы говорим, вот ты, устройство, ты будешь маршрутизировать мой адский видеопоток. Так говорит, буду, вот такую пропускную способность я вам гарантирую. И вам, прежде чем передавать адский видеопоток, нужно по протоколу RSVP договориться со всеми маршрутизаторами, со всеми точками, что они гарантируют такой-то объем потока. Собственно, все. Вот, значит, домашка будет на использование соката. И мы сделаем так. Мы сделаем машину из трех, сеть из трех соединенных машин друг с другом. На средний запустим сокат, и он будет пересылать пакеты туда и сюда вообще безо всякой маршрутизации. Просто по факту настройки IP. Все. Если есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Но с учетом количества людей вопросов, видимо, особо нет. Вот. В следующий раз у нас как раз самое интересное в этой теме – это NAT, трансляция адресов и что-то еще интересное. Дайте я скажу. А, помимо НАТО, там еще будет этот самый, как же его фамилия-то? Шейпинг. Вот. Трафик-шейпинг. В это Linux тоже умеет. Ладно, все, всем спасибо. В следующий раз вот такая интересная тема. Мы с некоторыми из вас встретимся завтра, с некоторыми через неделю. В общем, вот, до новых встреч.